Всем привет! Добро пожаловать на канал. Я Ксюша, и у меня сегодня мукбанг. А кушать я буду креветки с бурым рисом и цветной капустой и брокколи. Сейчас попробую, захочу ли я лимон или нет. Для цвета посыпала куркумой, но нет яркости. Попробую. Лимончику можно еще полить, да. Вот так. Суп полить. Угу. Прелесть. Как ваши дела? Как ваше настроение? Берите с собой что-нибудь вкусненькое. Составьте мне компанию. А я вам. Я сейчас кушаю и собираюсь уезжать в город. Фоном у меня идет передача про Евгения Осина. К сожалению. Его с нами нет, его сгубил зеленый змей, как все мы знаем. Ну, показывает уже передачу, да, потому что нечего показывать. Как у вас погода? У нас сыро и не солнечно. Делала себе уход за лицом. Такое приятное чувство теплоты. Сижу просто балдею. Сегодня съезжу. Кое-что прикуплю. На тренировку. Сегодня по плану. Мужу пирог испеку. Завтра он у меня придет и уже суток, и будет у него с понедельник отпуск. Так что, кто-то кайфует, а кто-то будет ходить на работу. И этот кайфует не я. У него, как конгослужащий, не меняется условия выплаты заработной платы, независимо от того, что идешь ты в отпуск, не идешь ты в отпуск. Нет никакого начисления вот этих отпускных, как вот у нас. Чисто психологически мне вот нравится больше, как у них выплачивают. А у нас, перед тем, как ты идешь в отпуск, тебе заранее выплачивают всю зарплату. А в следующий месяц ты сидишь кукуешь. Якобы отпускные. Мне так совсем не нравится. Потому что что? Сразу все потратишь. А потом зубы на полку. Такая себе, да, перспектива. Я
Единственное, что вот хочу сказать, забор и рис. Все-таки вот этот краснодарский для моей русской души более. Ну, этот полезнее. Как бы дикий. Ну, я креветки жарила на растительном масле на сковороде с чесночком, лимончиком также поливала и соевый соус. У него не вареное. Вот так. И без риса. Он мне вообще рис не ест. Ну, ест, конечно. Очень редко. Куркуму стала везде добавлять. И в дело, и не в дело. Плюс еще купила в аптеке морскую капусту перекрученную с коноплянкой. Вот такой клетчатка для кишечника. Ну что, такой эффект. С ней нормально есть. Еще рекомендуют псилиум. Это вот неактивные дрожжи. Вместо всякой соли. Ну, как бы, чтобы жидкость не задерживалась. Заменить соли псилиумом. Певицу помните? Из группы. Ого, забыла. Ирина Тонева из «Фабрики звезд». Совсем с ума сошла, мне кажется, на своем правильном питании. А лицо пересушенное. Мои ладофоны. Такой мускулистый тип старели. У меня как бы деформационный, ну то что-то ползет вниз лицо. А у нее сухое-сухое лицо. Такой какой-то блеск нездоровый в глазах. Такой человек, ограничивающий себя в еде, будет постоянно говорить о еде. Там, как он боится плюшек, ватрушек. А безмерно этого хотеть. Да-да. Кстати, несмотря на объем пищи, вот это пролетает быстро. Легкий белок. Креветки давно не ела. Ну, вчера кушала, вот я себе на две порции сделала. А сегодня. Хотел с утра пораньше позаниматься. Ну, конечно же. Просидела в телефоне. А значит, уже вечером попозже. Ну, или когда приду. Но в любом случае у меня в планете есть. Вчера тоже была тренировка. Шушма.
дома же. Спасибо, что кушаешь со мной. Всех обнимаю. Пишите комментарии, ставьте лайк, пожалуйста. Нажмите на колокольчик. Помогите, пожалуйста, в продвижении этого видео. До новых встреч!